Так, я там в каком спеке, блять? О, ДЦшники. как. Так, что там плюсанул? А вот этот, да? Лубовница, да? Или нет? Или что это? А я не могу пати кинуть. Слышишь? Это твой хант или нет? А, вот вы его взяли, я просто не могу. Все, с ума спешли. Так, ну что, гайд на ДЦ в ТТГ, блядь. Так, что там, блядь? Грундак 4 минуты пишет, ну, намазать, да. О, маг, можно столик? В натуре, блядь, прям столик, нахуй. Я буду брать 100 штук штруделей. В инсте, Пау. да? Чё? Завтра хочешь вот это все поебень. Карл, гейм. Ну так, ну твинком это, третий спек поодевать. Я понял, я говорю, по времени, во сколько это? Ну я вон поставил там 12. Кара, 14 гемов. Ну это приблизительно там. Бестселлер, ты тут? Да похуй, Пойду пошли, я помогу. трэш хуярить. Вот в том более нужны во втором статике рога или хан будет. Просто я этим хантом не рейдю, только вот думал рогой рейдить. Кем хочешь? Ну просто кто более нужен, чтобы я не сидел на замене лично. Ну, обычно на второй рейд нету замены. Ты Обычно про влезают все. этот, как он называется? Если про бычки. Про обычки он имеет в виду? Ну да, второй рейд же не ходит в геро А, потом. ты первым масхоном, получается, ходишь, а второй рейд кем-то хочешь. Ну да, Но первый... по сути, по Да, первый... хую, хоть тем, ну, кого ты хочешь одевать, ну, ханта там или рогу. Ну, ханта Вообще, у как бы... нас, ханта у нас, вот, Оп, давакин, мало. получается, и это И хуй, все. и А, триалы. и Еще у нас, Турталион, ну, да, тут как Турлион. мало. И Но у все. меня, смотри, у меня как бы ДК 100% всегда будет мейном, то есть это как бы Ага. дополнительные вены. Вот, ДК как бы пока рано мне в первый рейд, ты сам сказал, еще пока в обычке похожу, а вот второго бы запихнуть во второй рейд, статик вернее, во второй, ханта или рогу, то Ты буду тем... смотри сам, кого тебе надо одевать. Ну, типа, это самое. Или ты как, ну, как ты хочешь, чтобы это. Чтобы типа не получилось, что сначала того, потом другого, или как? Не, я видишь, я не Просто у знаю, меня, как просто я, просто. смотри, я был в гильдии, получается, где, которая распалась, там девочка ГМом была, и рога я постоянно на замене сидел, потому что там куча рог была постоянно, это вообще жесть. Ну, здесь такая же песня, рог да хуища, а вот хантов всего два. Ну, рог мы просто раскидываем два рейда. Я сам рога просто хожу иногда за шипы, если куча рог вижу. Хант поинтереснее, я думаю, будет. Роги вроде бы в достатке, вон сет же топах история есть. Короче, Хантом, давай сейчас, если можно, можешь принять. Все равно я в этой гильдии как бы так. Ну Пожалуйста. да, кто там, есть кто с правами, может что принять. А так история даже не в рейде с нами, да? Я смотрю стрим, просто сижу, кушаю. Ты можешь этого принять его? Или ты не в Сейчас игре? зайду, приму. То это просто щитки кидаю. Вон, или злобный друля может. Ну, напиши ему тогда. Да, все. Отлично, спасибо. Винстеллер, ты где там? Винстеллер ушел в кам, блядь. Пирожки стряпай. На ману. Так, ну хант сразу чё. Ты там скажи этот, как он называется. Имя и спек.
Ну, и твин мастхона, наверное, так написать, да и все. Спек БМ. Спек БМ более актуально. Правда, я всегда в ММ играл, я в БМ пока учусь, можно сказать. Поэтому ДПС такой себе. Десятка плюс. Ну, надо увеличивать как-то. Не, это без проблем как бы. Просто я сейчас постоянно ДК играю, а этот АФК у меня был вечно. Ну, пиздец, Бенстиллера взяли, он чилить пошел. Бенстиллер, прием. Локов бы папнуть немножко. Да локи самые стабильные депрессеры, они всегда в топе. Ну, сейчас что-то я не вижу. Магия, смотрю, у них разгон, у меня старт вообще именно. Ну вот чел, который к нам приходит из-за Сибири, вроде он говорит, что у них в топе локи. 26 вроде дают. Нормально. Значит, дети хорошо. Может, где-то тебя пробил в ротации? Да, вроде можно. Стало лока отжать. И вильду отдать. Да и нехуй убивать. И, если люди не начнут там щели искать между глыбами, там все такое прочее, то все нормально. Да, если вот этих микрослаков не будет. Ну или подвигаться с глыбами. Если глыба не будет летать от босса. И все, если этого меньше будет на 50 хотя бы процентов, я думаю, она ляжет. Нахуярится, это вообще пиздец будет. Ну плюс, еще может там это, кто что подлутает. Да, с капротами, с ДД флагками били. И с милики, с ДД фласками, и все остальные с сапротами вроде. Я бил с ДД флаской, ни разу не слакнул. В принципе, я там норм с ДД флаской. А еще когда я... У меня же ЭБшка, я постоянно кидаю лужу под босса, чтобы быстрее выбегали. Она... Леха, а ты в ретрике был? Скорости дает. Ну да, пришлось в ретрике быть. Сколько стаков набирал? По 6 где-то, 5-6 максимум. Вторая пати направо. Бидон тут. Я, видишь, еще сам себя как бы подхилил. Я смотрю, у меня 6 стаков нависло. Я сам себя начинаю хилить просто стоять. Блять, у меня тут отчета, что ли, нету. Да вон этот стандартный запусти. 5, 4, 3, 2, 1. Ну-ка, это. Так, что там будет-то? На миликах пульсация, значит, на нас гейзеры, да, будут? Возможно. О. Да. Ну, я щит кидал как раз. Берегитесь. Бегите или умрите. Винлорд, да? Ложитесь. Винлорд, ну тебе нельзя сюда ходить. Ты не это, не можешь случайно выпрыгнуть. Конфлик. Да и хули лужи. И что, когда лужи конфликт надо ловить, что ли?
Блин, как хорошо, что не на мне это сейчас произошло. Че, залагал? Да не, я просто за милика тут не был. Я вот сейчас тут, блин, раз застанился, два застанился. Я что-то не могу понять. Че, вроде говорят, а, тут постоянно... Ходить, бегать надо постоянно, да. А, о, блин. Да-да-да. Вы бы хоть, сука, читали вот эту книжку, нахуй? Или что, каждый раз сидеть разжевывать эту всю хуйню? Че, блядь, книжку нахуя придумали? Приключения открывайте, читайте, нахуй. Или да что, дело блядь? Дело в том, что я, знаешь, вот это такая поговорка есть. Я говорю, смотрю книгу, вижу фигу. Вот так, ну, почему так-то, нахуй? Это почему так не должно быть? Видлорд, блядь, этот, Вадикон, надеюсь, ты выпрыгнешь в случае. Вот я на Вадикона поставил квадрат. Стой, нихуя не дамажь, ничего не делай, нахуй. И смотри, как человек выпрыгивает из луча в луч. Когда он именно это делает. И сделай так, чтобы ты выпрыгнул с этих лучей, а не словил конфликт. Надо добавлять, Войт, как ты любишь. Как дела? Сука. Так. Это я, что ли, пристабав дал? А. Себе любили Джайну. Красава. Мы тоже. Потихонечку и мы к Джайне подойдем. Ну что за хуйня? Ебать, там у них сейчас кастеры подерутся. Кастеровская тренька в стол. На этом, на обстреле будут лучи, на это гейзеры на РДД, смотрите внимательно. Вот смотрите, бегите или умрите. Еще один бич. Вспышка тьмы. Вспышка хуйни, да. Сука, вар заразил вот это меня. Стрел, смотрите. Берегитесь.
Злобный победону залей, Инер. Ставь тотем. Далгим, ставь быстрее тотем, бидон. Бегите или умрите. Пиздец. Берегитесь. Ну куда вы на нас бежите, блядь? Куда вы на нас, сука? РДДшники, отойдите, блядь, дайте им место. Вы что, сука? Берегитесь. Сколько там вы этой самой добьете, нет? Все, добивай. Пиздец, параша, блядь. Че там нахуй? На шипы моё, да? Ну-ка, неумолимый рок. Так. Проклятие рока. Это получается... А чё, лока нету, что ли? Не-а. Бери себе, будешь этот как крутить. Натуре, блядь. Так, это что? Хули делать. Дривковая. Злобному, да? Ханту не надо. Ну, так, тапки. Сила заклинаний. На 52. Тоже злобному, да? Ну и разбойник, на кого бог пошлет чисто. Радикону послал. Крутить. Интересно. Да, а это что, прока, да? Ля, мне именно эта чарка и нужна посильнее, но мне, сука, штаны надо. Ну ладно, я так бы побегал, ну, блядь. Я а так всегда, блядь, когда не идешь, падает чарка на того, кем не идешь, блядь. Да не, я, короче, пока делаю остров, у меня там 100 с чем-то есть, там сегодня потом тоже зайду, как обычно, там остров фарману, контракт сделаю, и это. Думаю, если штаны когда выпадут, там, взять, если с чаркой, то вообще четко, идеально просто будет. Так, ну сейчас будет тяжело прям, у нас один сейф. А если нет, а мне интересно, когда вот эти вот там тринки, кольца апать можно будет? ТТГ что? Ну да. Это скорее всего как выйдет уже ЗСОК. Да я думал, блин, если с чаркой, вот ноги, там чарка, вот это все если быстренько как-то обошлось бы, хоть должно же когда-то повезти, да. Чтобы сразу пятихатку накопить, и уже там выйдет сразу, поапал и все. Такие интересные с этой кары хэм, блядь. Я туда, ну... Да кары хэм, сейчас я так скажу, не актуально, кроме как триньку и все, ну. У тебя не любитель туда ходить? Печеньки. А печеньки, блядь, сейчас в ГМХМ, нахуй, по две печеньки из босса, ну. В каре вообще две печеньки изи. Зашел на полчаса, две печеньки. Пули там смотрителя и погибель убивают. Так, ну Вадикон там через себя похилишь. Потом чё? Ну я не знаю, нахуй, как будет. Какой-то это сейф через раз зеленку отдавайте на дыхание. Ну, давай я, короче, на первое дыхание отдам, потому что там будет, ну, как кольца эти, черная зона. И будет и дыхание. Да, давай. Я думаю, мы сейф.
Давай в хила сразу, нах. Дольше бить будем. В два, я не знаю, что будет. Так. Нахуя камни 30 к духу, не понимаю. Ну ладно. Там сапротики не забывайте. Скорость дух. Что-то я вчера зашел чекнуть какого-то ШПшника на X2, а он фул в дух забит был почему-то. Ну там Т6 сделали под дух. Этот войду обмен давайте на сапроты. Вот зато, да, как классно, что голды не надо теперь тратить на вот эти красные полирольки и все прочее. Почему не надо? Потому что это синенькие-то дешевле стоят, чем красненькие. А, ну это да. Вот это же вообще именно облегчение какое пошло. Че, все саброты взяли прием? А у меня были свои. Смотрите, блядь. Потому что подыхать будем по КДМ, блядь. У нас так же, как ты будешь диспелить, и я с тобой на собаке диспелить. Нас двое всего. Я понял, блядь. Все это самое. 72к выкинуть. Голды. 5, 4, 3, 2, 1. Отдал масс. Ресы его злобные. Попробуем. Животные идут. Проклятие выносим. И когда появляется, сразу с бублика выходим. Еще раз выносим. О, заходить в бублики надо. ХП даем. Выходите быстрее с бубликом. А там дохуя еще бить, нахуй. Люди лежат. Хуя бить ДПС залупа. ДПСа нету.
А есть БР на Кингизе? Нету. Блин. Теперь уже нихуя нету. ДПС залупа. Да, блять. Вы без Герек били? Не знаю, не заметил. Зера, зера. Нету бафа. Дебафа. А бафа, наверное, нет, то что мы это... Давал Геру. Да, ну, у меня ремасный-то у меня есть. Это, может быть, нам просто в КД было с собаки. А, кстати, да, в натуре. Так, а вы в три хила, да, били? На ханта пойдут, там сверка под ним. Танк упал. Потому что вот эту, наверное, штуку не вынесли. Да не, я в ней не стоял. Как собить? Да, блять. Я ебал нахуй. Аж на языке крутится, как в льду, помню, раньше били. Короче, все, летите усилки, все перебивайте на хп. Да, это было такая херня. Сейчас ключи и пойдете все покупать. Ну давай спекнись, но я не знаю, что будет. Ты подхиливай себя хотя бы нахуй. Спекнись сову нахуй, потому что не хватает нихуя дамаги нахуй.
Так, чё там, как ты сдох-то, нахуй? Сфера тьмы, нахуй. Нестабильная субстанция. А, вы, ну, вы в шариках стоите, да, похую. Там шарики такие появляются, они дамажат, если что, вас не прохилить, если вы будете в них стоять. Там по 6 тысяч секунд убьет. Так что выходите от сфер. Да хилы. Милики под собой, сферы вы ауешите, чтобы не сдохнуть, нахуй. Одна-две штуки появились, ауешите, иначе вы будете сдыхать. Попробуем. Два хила. Да у него там 3000 хпс, он нихуя походу не делал, блядь. Ну а дубовую ты по себе давал, блядь, себя на фул захиливал? Вот и я про то же. Five, four, three, two, one. Что-то не прибавляется нихуя ДПС, да? Вон там пидоры летят. На меня, да? Ну, наверное. Наверное, надо уйти как-то. Главное, с черного пола выйдите. Пизда, нахуй, ебать. Что был ДПС, что нету, нахуй. А, ебать, заебись нахуй. Я рот ебал такую хуйню. Ложитесь нахуй. Я не знаю, но менять малый ДПС на большой. Есть кто-то, здесь кто может пойти. Мне вроде уроки не КД, но надо чекнуть. Блин, лорда менять. Притон был, по-моему, сейчас в рейде. Может, мы хуй убьем. Притон вот, вот ходил с нами. Еще знаете, какая хуйня есть? Смотрите меня. На руку надо, зиму. Надо, короче, это. На 20-й, на 19-й секунде таунтить ДКшнику, отходить в сторону. Хотя, почему ДКшнику? Ты имеешь в виду, чтобы эти лужи развивать? Просто можно надо... милику выйти. Надо ханту стаунтить будет. И это. Чтобы эта хуйня кинулась, и он вдалеке от РДД стоял. Mm-hmm. Чтобы удар, который ты ловишь, у тебя же нету панциря, чтобы он миликов всех не разъебывал. Ну это не критично, но в 3 хила, в 2 хила критично, блять. Можно, кстати, не обязательно увара убрать. Он же мейн. Можно какого-то твинка убрать. Если никому-то что-то не нужно. Ну какого твинка, я хуй знает. Кого убрать? Только... Можно на Гаганаша зайти и убить, а потом я могу на сову перезайти. Ебать. Ну пошли на Гаганаша, блять. Смотрите меня. Стойте, а покушайте тут рыбку, чтоб там не ставить.
У нас нету этого, блять, как он. У нас нету шкафа. А, ну я с Долорана побежал тогда. Тогда ждите. Ну я пока не убирал вара. Че, свичнуть его? Попробуй. Блин, ну неохота вара убирать. Надо тут что-то мог приодеть. Блять, ну он не дает столько, чтобы этот инст ходить. Ну, ему, выдает. Ему надо в обычках еще поодеваться. Вот в обычках того года. У него 4-4 есть? Не знаю. Но он еще хуево одет. Ему надо, блядь, ну, в обычках. Часами, короче. Это, давайте сейчас этого убьем. Я, в принципе, могу уйти. Ну, давай сейчас. Отступить. Давай, давай. Что холи дринка, что надо? Че холи дринк? Там злобный пишет в рейд-чат. Я хуй знаю, злобный, что ты пишешь там? Холи дринк был? Был уже. Был, по-моему, да. Просто 9 тысяч, нахуй, это хуйня, нахуй. В ульде 7 тысяч надо было. У тебя на 2 тысячи, ну, от ульды разница. В Наксе уже 7 тысяч я давал с собой, блядь. Это не ДПС, это залупа, надо что-то делать. Что-то менять. Все правильно делать, там, может, в говно какое-то одетый, блядь. Сейчас посмотрю. Так, 64-й перчи. Даже камни нормальные есть. Только вот на 20 РП стоят. Триня хуйня. Хотя... Мар, попробуй, короче, заменить все на кожу. Топор пол. Только без косты. Так он армс. Ему не нужна кожа. Ну попробуй, вот даже то, что армса говорят, попробуй. Ну, минимально кожа нужна. Там кисть. Нет, просто мне кажется, надо воевать. Внезапы, плащ, два кольца. Сейчас шею. Этого ебанем нахуй. Не бланьте на этом нахуй, отворачивайтесь спиной. Это заранее. Выйдите кто-то из инста. Ну, переполненный. Я думаю, что с варом тройнуть собаку эту нахуй. Да, этого-то, наверное, убьем. Да, сейчас этого попробуем. Где бен стиллеры? Всем здрасте. Здорово. Также право левый выносите. Мы с тобой диспальщики только вдвоем. Да ёбаный в рот, нахуй. Где я, блядь? Танка закиньте. Берегитесь. Отвернитесь. Повернитесь. Я научился отвечать. Берегитесь. Не, нахуй. Ну тут тоже третий хил надо, я ебал эту хуйню. Тоже ложитесь. Злобную хил и. Ну и вар чилить. 6000 ДПС. И Good Games тоже надо. 13 начнете хотя бы давать, можно ходить сюда смело. А то это, ну. Вы в половину того, что даете, должны давать, даете. Боль, страдания и слезы Алгалона. Не, ну, для тех же 25-ок требования, вон, целка, чтобы пройти, нужно тринашку давать минимум. Вон, Тоха, зайди, помоги. Я перед инстом стою. Так, Винлорд, ну все, тогда один босс ты убил, посмотрел, потом в другой раз попадешь как-нибудь, когда приоденешься. Я могу только магам, если помочь. Это кто? Какой маг? Это не с нашей гильды.
Ну, я не знаю. Ну, в принципе, если вместо Good Game убирать, хуй знает. Не, смотрите сами, я просто смотрю, как вы бегаете. Ну, сейчас тронем так. Да, думаю, должно быть нормально с историей. Побольше ДПС и злобно сейчас. Кто? Бен Стиллер, измени, пожалуйста. Ну, давай. Спасибо. Заменил такой, исключить нажал, блядь. Сука. Это, где там рыба, нахуй? Ну, заходите, кто там может зайти? Заходи. Только надо бежать на сумон, блядь. Катоха, у вас подрались РДДшники? Да. Глотку перегрызли друг другу? Ну, почти. Ну, у вас консул даже был на Джане? Нет, по ИПГП. И что там такого? Отдали нахуй, кто на приори, и все, и смысл драться? Ну, у нас аукцион там. А, у вас за десятку отлетела тринка. Неплохо. Ну я этот, блядь, как он, Теренас за десятку выхватил тоже. Что там, кто-то зайдет? Да-да-да, грузится. Ага. Блядь, так бы не люблю щиты, бы пошел. ШПшники побил. Да, и Лингер, но это ассист. Вы на Сумону убежали с Инвизиблом, да? История. Да. Ага. А я почти как и Инвизибл даю. Там на десятку ДПС меньше, конечно. Пришел Сум? Не пришел, наверное. Да не тебе. Магу пришел. Нет. Пришел. Сум не пришел. Нет, оно же там рисуется. Думаю, сейчас бегу. Че там, блядь, морозы ебанули, нахуй. Минус 25. Ну, у нас тоже сейчас, нахуй. Как вдарит, нахуй, ночью 25. Угу. А это где вы живете, что 8-25? Сибирь. О, нихера себе. Это еще не мороз, бля, это хуйня. Это так. Вот от полтинника морозы начинаются. У нас он вообще весело было. А снег у вас есть? Плюс 30. Есть. У нас вчера плюс 15 было. Сегодня снег. Ну, видите, снег. Может передать? Завтра ночь, передайте нам снега. Завтра минус 30. Приезжайте, да, забирайте. У меня минус 1, думаю, холодно, а у вас можете жить. Не, пацаны, тогда не надо нам снега. Нам на природу. Давай, там от зеленой хуйни отбегай. Хорошо. Нет, фера, смотрите, как-то то я могу прослакать, на хиле не очень не релю. Ты тоже боком встань, это, чтоб тебя доставать было поудобнее. Ну, сука, кто это? Под боссом уже. Вы отведите. История. Не стойте только в ней, отведите босса куда-то. Он чуть не идет. Умрете. Нахильте, пожалуйста, танк. Берегитесь. Ой, это я даун, да? Я понял. Ханта проймали.
Рисы его злобные. Пиздец. Вставалка есть? Да ебать ты далеко. Ставь тотем сразу. Можем уноси. Я там на ману удалось еще. Бля, бидон вообще в диссе. Поставил, нет? Не вижу тотема. Поставил. Да поздно уже, там сейчас спадет. Сейчас фир будет. Берегитесь. Метки. Злобный по... А, у тебя КД. От КДшится по бидону, да, сразу. Да, любовница. 5000 километров до тебя. Хоть думай о хилах. Пол босса еще бить. Уже собаку слил. Вы умрете. Я даун, короче, нахуй. Ну, гимна уже нету. Тотем тоже поставим. Короче, на ману нихуя нету. Пикайте. Я хуй знаю, Вадикон, где ты будешь брать эту ману, блять. Злобный Войд. Ой, блять. Это Вадикон, переключайся в хила. Потому что бидон сухой, там надо помогать. Я залил ему ману. А, залил. Хорошо. Я любовник. Блять, сколько там процентов у босса? 10. Пиздец. Так, бутылку выпил. Руку дал бидону. Я только просто... История любовниц. Сколько там у босса лямов? 4 процента. 600 тысяч. 600 тысяч, ага. Двести. История бидон. Тут уже пофиг. Че-то вообще ничего не прокает, бля. Ля, вот они штаны выпали мои.
Ну-ка. Взрыв разума, это мои. Ты перепутал. Взрыв разума, ГЦ Void. Ебать. Я понял, блядь. А что это? Это роговский пояс. Теневое мастерство. А роги нет у нас. А, есть рога. Вот. А тебе надо? Ну, у меня все чарки есть, но если кому-то надо, могу вступить. Ну, там, если кто-то крутить будет, если злобный только. Дикон, ты так блядь, а это древковое с каждого босса падает? Походу. Леха, тут весь шмот может... Я понимаю. Ну, он прям уже второй раз упал. Сейчас будет третий стоп. Да вообще хуёвый рандом, мне не нравится вот это, то, что, блядь, весь шмот на три босса прописали. Ну, это получается первая чарка у меня будет на шипешнике, блядь. Ну и сразу хорошая. А это хорошая считается? Чего это пояс? Нет. А я не знаю. Ну что, она вот взрыв разума наносит 600 урона от магии. Перпермур активно, периодический урон наношение. А, нет, там на священный огонь, да, хорошая считается. Вторая. Вторая, по-моему, что-то со священным огнем связано. Это получается вот ее. Ну, да, у этого. Что, мне на сову зайти? Да, ну зайди, будет полегче. А то это пиздец. Сейчас рыбу ебану. Так есть еще 50 минут. Суманете. Вот сейчас. Да побежали в 2ДК. А, ну это, ну погнали. 10 Гц ЛК будет или нет? Ну слушай, я не знаю. Блин, ну на 4 босса можно сходить. Не, ну по-моему. Но я хочу, но надо, чтобы Void был. Почему? Чист, ну не знаю, я не умею релить там. Ага. Так если все знают смысл релить там. Так, а что там релить? Там этот ребро, блядь, стой в спине, блядь. Леди, блядь, контроль. Мы тут раз уже собирались с Геншином, не могли леди убить с пугами. А, с пугами-то понятно. О, а сейчас Вадикон сейчас за ДП. Чисто 4 босса, 2 тринки залутать. Нормальную пачку собрать. Зайти помочь, если это все быстро. Целка? На 4 босса? Ну да. Я тогда начну собирать после ТТГ. Ну я могу пойти в ОКО, могу ДК пойти. Или можно завтра? Да, у меня вот час от вечера. Завтра КДС пойдет. А так мы уложимся. Нет, у меня до 8 время есть, я вот могу до 8 сходить. Там мы закроем за час. Там 4 босса. Там можно и дальше даже пройти. Да нафиг дальше. Дальше только до Лича имеет смысл идти. В принципе. Ну да, дальше только до Лича на фул. Надо Лича, это 3 часа минимум. Да. А так мы часок зайдем, 2 тринки заберем. Если только выпадет. Мне вот интересно, труба будет лучше сердца грома, чем нет? Нет, наверное, сердце грома без трини. Это СПД плюс СПД просто. Была бы милишная такая триня. АП плюс АП. Прикинь, сейчас вторая чарка на шипы выпадет. Да ты вообще тогда рады будешь. Ну, кстати, эта чарка не очень. Ну да, там на священный огонь есть вторая. Тут ее надо. Да, она прикольная. Но обычно 5% ДПС дает. Забыл, что я рыбачил, и у меня за место ложного стояла рыбалка. Я жму, он не жмется. Интересы Вадиконова. Попробуем.
ДПС, похоже. Я на К забежит. Я поймаю специально этот слот. Мне что-то хуярит, ёбаный он, атмосфера. Паша, отнеси от шариков. От шариков отходите, по возможности, РДДшники, иначе вас захуярит. Геру дайте. Отведи меня немножко его. А он не идёт, блядь. Этот босс ходит плохо. Погружение. Рак, блин. И смотри, сколько еще бить осталось. Ну, у нас по ходу и так ДПСа не хватает. Даже с другими челиками. Ой, бля, я даже не знаю, что делать там, блядь. Ссылкайте. Ну, Геру не дали. А, без Геры, ну. А мы без Геры? А чё мы без Геры? Бидончик. Покали. Держитесь. Ну, сейчас Гера это дал, блядь. Какая-то параша вообще, блядь. Ну, Хант 8000. Маг 10 показывает. Маг тоже твинк. Good Games 8, блядь. Вон два, три тела только по 13-14 дают. А у меня, блин, может то, что 8, то, что там, короче, эти, руны, что-то КД будет. Мы без киры постоянно бьем. Сейчас будет все чики-пики, я вам говорю, сейчас убьем, нихер делать. Синдру тоже почти убили. Сейчас, вот говорю, вот это опасно, вот именно сейчас убьем. Дар Юксарона, блядь. А кстати, да, что за херня, что он не отводится? Я просто помню с пугами. Он кастует. Он кастит, постоянно кастит, постоянно кастит. Не, напомню, с пугами шел, вот он там тип его, короче, немного отвел. Не, так его он, можно отвести. Он будет отходить, только надо ждать, блядь, пока он... Ну, промежуток у него, щель будет у него, нахуй. Я понял. В костах, нахуй. Ну, пиндер именно, одним словом, пиндер, подробно. Да, по-любому, блядь. Хуже даже. Только пиндеры так могут поступать. Сирус. Ну... Сейчас, 5 секунд. Можно по руке кулачок? Вместо каски. Давай. Слушай, а ты там это тьму поставил, да? Да. Надо это третью. Так, давай третью. А тьму там, ну я не знаю, ну, блять, когда ее можно-то включать? А, ну я не включу ее. Пристабав же есть. Пристабав есть, да. По сути, нахуй. У тебя и мастера ауры нет. Пускай третья будет, а то мы косты режем у хиловских. Все, я готов. Все, дает что-то. 2, 1. Берегитесь. Thank you.
Геру на полтиннике, да? 35 где-то. Угу. Сейчас уже скоро. Плохо лови. Ой-ой, сферы воида пиздят, нахуй. Ну-ка, уход в тень. Геру? Геру. Да, да, давайте. Если бидон в диссе, конечно. А, дал? Дал, нет. Ну вот, блядь, минус хил, нахуй. Вот. Ай, БР-чем? Блядь. Так нету, блядь. А, нету БРа? КД, да. Тогда потейте. Вооружение. Танка нету, если что. Ну почти, почти. Если бы пчел не слег, убили бы. Потому что в ДД. Ой, блять. Я не знаю, нахуй. Ну я хуй знает. Я не знаю. Вроде сильный. Ой, хилый сильный вроде. Почему у тебя 2000, нахуй? Я не могу вкурить просто. Злобный, блять. Что за залупа, блять? Ну почему 2000-то, ебать? Тебя... Ну как хз-то, блядь? Ой, блядь, пиздец. Пусть сову спекается, да. Спекайся в сову, просто. Ну пробуй, пробуем нахуй, ну. А, ну ладно, не играл так не играл, похуй. Ну Женя будет рост. Ну ты тыкаешь, что ты тыкаешь и 5 секунд стоишь, что ли? Что это за хуйня, блядь? 80 тысяч нахилил, блядь, омоложением. Ладно, похуй. Значит, тебе нельзя хилить. Надо запомнить это. Давай попробуем в 2, блядь. Ну ты имей в виду Вадикон, там хотя бы и дамаж, но на это на дыхании хотя бы помогает там покровительством подхиливать. И даже когда дыхания нет, там просаживаются челики. Блять. Так вот. Да, вы представьте, что, допустим, злобный друг хил. Ха-ха, я танк буду. Да пиздец, нахуй. Это будет вообще именно. Так, вот вас в разные пати. Дадите спокойствие, если что. И на РТ надо будет не вот это там настой сопротивления или еще какой-то настой брать. А на будет... ХП, блядь. Не, будет такой настой, но это про в реальной жизни. Настой валерьянки. Да, есть такое. Злобный готов. Так, даю чудо. 4, 3, 2, 1. Берегитесь. Так, бублики выносим. После бубликов Геру давайте. Так. Геру. Геру. Мага проебали. Блин, был в КД. А, ебать его в рот, нахуй. Ну, сука.
Ложитесь нахуй. Под дыхание надо сейфа билки отдавать. Надо вот в это последнее дыхание или на хп давать. Или у меня не откатывается. Два спокойствия. Давай, я не буду тогда на первое дыхание давать. Давай. Надо на вот это нахуй, когда в конце, блядь, сферы уже появляются, блядь. Угу. Люди с бубликов выходят, он как-то их дает, блядь, по-разному. На хила войд, скорее всего, не прохилите первое дыхание. Там идет и черный пол, и дыхание одновременно. Это где? Это вот первое дыхание. Ну там свои сейфобилки. Да хули там хилить, ты смотри, 2 ДК бессмертные, блядь, рога ложный выпад, блядь, танк не сдохнет, сова с друидом, 2 совы, блядь, дубовая кожа, блядь. Хилить только, блядь, меня, бидона, ханта и мага, блядь. Хули их не прохилить-то. Это, а мне вот помогает, как сейчас, нестабильность льда, а не злые. Ну, короче, вот это такой синий чел такой. Забирался льда. Да, не, ну вот, ну все. Не, ну я даю антипанцирь. И как бы живу. А у меня тут все на клавиатуре ДК. Нормально. Плюс еще и панцирь там что-то там дает. Так, всем готовы. Миликом дамага до хуя идет из этого удара ебаного. Гера будет? Гера. Вадикон, резай историю. Только под дыхание не встань. Да, мой сейф. Так, еще бублики. Жене. Пошли. Я сдох нахуй. Спокойствие там давайте. Давай. Не набьете нахуй. Хильте себя. 300 тысяч. Я сдох просто. Лингри, дай там кому-нибудь руки. Главное с бубликов. В бубликах не захилил. Хати, смотри. Добью. Вадикон живой. Еле-еле, бля, пиздец. Я умер под конец, сука. Вообще на изи. Ну хил танка, да. Справили. Так, опа. Что ты говоришь? Вторая чарка? Где там моя вторая чарка? А, нет. Нихуя. Да, была так, я грубые раны. Я упала просто на ДК вообще. А, нет. Варовская. Варовская. Вот эта хуйня дробяшка кому надо? Но варов нету. Ты говоришь, что чарки могут и ДКшные, и паловские, и варовские попасть. Ну. Пусть будет. Лишним не будет. Давайте соберут ТК. Ссылка. Двойная атака, кому надо плечо? А кому? Мне надо. Кому сейчас это что надо?
Ну все, будешь 100к теперь дамажить. А это что, глубокие раны? Варов нету, да? А мне тоже надо. Ну, ну только если крутить и все. Ну крути. Ебать.